Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции «Видеорука. Следующая точка ВЦ3 Джунзи» имеет огромное влияние на психику человека. Что такое психика человека? Мы повторяемся и будем повторяться. Это развитие. Насколько развит человек, настолько он может, скажем так, повлиять на себя и не только, а также и воспитать себя. Ну и, конечно же, расстройства психики могут быть у человека разные. Давайте приведем самое простое расстройство психической, психики человека. Человек перенервничал. И вы знаете, настолько перенервничал, что это так в него вошло, что он не знает, куда деться. И при этом негативе, который внутри человека бурлит, конечно, сгорает очень большой потенциал энергии. Вот некоторые говорят люди: вы знаете, я сегодня перенервничал, так устал, мне так тяжело. А почему тяжело? Потому что человек при эмоциональном проявлении нервов своих, здесь я подчеркну, при эмоциональном, эмоции очень сильно забирают у людей энергетический потенциал. Очень сильно. Можете понаблюдать за собой, если вы, допустим, там, ну, чуть-чуточку бываете, любите попсиховать, понервничать, скажем, понаблюдать. При проявлении эмоций у человека очень сильно падает энергетический баланс. Восстановить вы его можете. Первое, ну не нужно психовать. Второе, нужно развиваться. Ну и в-третьих, конечно, если же вы уже потеряли этот баланс и частенько начинаете уже чувствуете, что психика ваша не выдерживает те или иные жизненные, скажем так, преграды, либо жизненные подводные камни, которые жизнь нам преподносит, то, пожалуйста, точка ВЦ3 Джунзи вам в помощь. Точка показана при всех психических расстройствах у человека. Уважаемый зритель, не думайте, что это тяжело, то есть не думайте, пожалуйста, что психические расстройства не касаются никого из нас. Они касаются всех. Почему? Потому что в наш мир, в нашу жизнь, в нашу судьбу может постучаться в любой момент несчастье. И если человек готов к этому несчастью, он перенесет его стойко. А если не готов, то, конечно же, у него пойдет психические отклонения. Чтобы этого не было, точка ВЦ3 Джунзи вам в помощь. Пожалуйста, воздействуйте на нее. Как воздействовать, мы обязательно в своих видео вам подскажем и расскажем. Спасибо за внимание.